Такой шарик. МГА. МГА говно. МГА Миниверс Make It Mini Food. Вторая коллекция. А нам не надо было поприветствовать хотя бы? Ну, давай. Давай ты. Всем привет! Приветствую вас на канале Рози Фраер. И сегодня у нас распаковка МГА. МГА говно. МГА Миниверс. Говно здесь не написано. Написано только вот это вот, но это на Валберисе говно пишут. Говно написано на новой серии РХ. А, вторая серия. Нарисована пицца. Я очень хочу, чтобы тут была пицца. Блин. Интересная форма. Вот он круглый, но здесь специально скошено, чтобы он стоял и не катался. Это классно. Ну что, открываем? Ну, открываем, да. Сейчас должен быть эфемер. Не получился. Может быть. Любишь ты свои ножницы маникюрные? Да что ж такое-то? Тут написано Миниверс, здесь прозрачно. Да что ж такое-то? Ну почему не может нормально-то? Ну. А ты забыла, как РХ распаковывается? Ну вот тут ты специально. Страдай. О! Все, готово. Я уверен, сейчас там все пришпилено на штучки, которые впиваются и доходят до сердца. Ой, это так много всего. Удивительно для современного МГА. Да. Это, по-моему, никак не используется. В этом можно лимон хранить. Лимонниц? Да. Лимонка. Лимонка. Так. Осуждаю. Как будто плесенью пахануло, если честно. Не знаю почему, может, от твоих шуток. Столик такой, ну, симпатичный. Симпатичный журнальный столик. Так, нам попался, похоже, торт. Тирамису. Ух ты. Не пицца, конечно. Да, знаете, не пицца. Ах, хотя нет. Я не знаю, что нам попалось. Тут типа много рецептов ко всему. Ага. Так ведь? Похоже, что да. Придумали. Нет. Реально что-то пахнет как плесень. Можно? Не знаю, странно пахнет. Да. Запах очень странный. Это типа вот... Салфеточка. А. Так. В чем проблема была? Ткани выстрелить. Ткани мало у МГА. Все ушло на вторые аутфиты. А как понять, что у меня? Распаковывать начать, видимо. Вообще это напоминает все сухпайок. Такие приятные пакетики. Можно очень мне один пощупать? Очень симпатичные, очень такие. Сначала прочитай меня, здесь по-русски написано. Хорошо. Так, там что-то мягонькое. Ставьте А в верхнюю половину. Какое А? Где? Вот тут видите А. Так, ну я ничего не понимаю. Как дела, ребят? Чем занимаетесь? Ну тут какая-то должна быть вот какая-то пипка должна быть. Вот сюда должна вдеваться. Зачем? А зачем? Ну, видимо, чтобы воздух сухой из холодильника не попадал в лимонницу. Я не понимаю. Короче, просто все распакуем и будет понятно, да? Так, подождите. Что такое? Подождите, это пиздец, это все. Что? МГА точно говно. Почему? Я нашел пиццу в инструкции. Угу.
болтай, не говори, а потом я в камеру покажу. Понятно. Ребята! Я пытаюсь распаковывать, ты следишь со своими шутками. Это не шутки, это все очень серьезно. Ну, вегетарианская пицца, что теперь? А зачем делать такой акцент на этом? Потому что там нет мяса, блядь. Ну, блин, я не обращаю внимания, если в пицце нет мяса, пока это не напишут. А так уже я предвзят. Все, я распаковываю, не пизди, пожалуйста. Буду. Здесь у нас крамбл. Ну, предположим. Пока понятнее не стало. Пока что мусора больше. Здесь у нас... Походу, у нас реально тирамису. Здесь у нас клубнички и взбитые сливки. Ну, у нас не пицца уже. Ну, уже как бы и хорошо. О! О! Вау! Мне это нравится. Во-первых, нам дали вот эту штучку. Вот сюда вставить. Теперь штучка вставлена в лимонницу. Это может чтобы на елку повесить? Я не знаю. Так, о! У нас тут щипчики. Это, видимо, чтобы ими делать, но я буду пользоваться своими, потому что... потому что... Потому что Декстер платит нам за рекламу. И тут нож, чтобы масло, видимо, я уже по тосту понял, что размазывать. Я еще нет, поэтому не спойлерю. Я не спойлерю. Ой, тут так красиво. Такая... Блин, ну красивая штучка. Да. Все? Может, тут ничего нет? Вроде нет. Спонж кейк. Такой увесистый. Ну, видимо, мы тортик делаем. Попробовать. Нифига себе. А, он типа в Китае так все должен прям. Нет, спонж кейк это такой бисквит такой мягкий, знаешь, вот как, ну, как губка. Ну, короче, мне выбрать. И, о, ванильный, я забыла, как это называется. Крем. Ну, крем. Мне вывалить, что мы будем делать? Давай. Стробери шорткейк. Ой, мне нравится песня Мелани Мартинес, которая так называется. Клубничный короткий торт? Да. Ну, тут в одно слово шорткейк, короткоторт. Короткоторт. Кошмар логопеда, а не слово. Ну, в общем, вот что вы, получается, получаете. У меня было ощущение, что будет больше ингредиентов. Сколько это стоит? Я купила это за 530 рублей, но сейчас он стоит около 800 рублей. Угу. Так что вот. Ну, как будто бы за 800 рублей можно настоящий такой купить. Нет, нельзя. Но пиццу точно можно. Веганскую точно можно. Так, а как это делать-то? А вот было, там было развернуто. Ну, тут просто ингредиенты. Ну, а как делать? Пропитываешь спонж кейк. А, вот здесь. Да. Складываем все. Промазываем. Добавляем сверху топпинги и поджариваем. Будем на камеру это делать или без? Давай на камеру. Люди хотят видеть, как мы страдаем. Люди, будьте добрее. Будьте же вы людьми. Ну все, я уже все забыла. Я хочу потрогать спонжки. А, вот это типа вот сюда идет, вот так, да? Хорошо, будем на столе готовить, мы же люди как бы... О. Дикие? Нет, не дикие. Домашние? Да, домашние. О! Он по текстуре похож на сыр. Наверное, потому что это резина. Да, твердый сыр. Можно на зуб попробовать?
Нельзя, дети, так нельзя. 18+, какие дети? Там 8+. В наше видео 18+, мы уже 15 раз... Да, все дети такие просто, ой, видео 18+, не буду смотреть. Да. Битые сливочки. Все какое-то липкое. Ну так это же детские еды. Клубнички. Они не из магазина разве липкие еды? Нет. Это я вообще боюсь открывать, если честно. Там, что-то рассыпчатое. Сыпучая хрень, да. Ну, как порезанные ириски. Ну, давай готовить. Хотела блины приготовить, придется это готовить. Тут маленький неприятный скотч. Я попытался его снять, лучше ножичком. Ну, а каким светлым надо, сверху или снизу? Да мне кажется, похуй, его не будет видно. Нужен еще раз референс. Джорджа референс. Да. Ага. Ага. Ага, понятно. Что ничего не понятно. Пробую, посмотрю, что здесь внутри. Ни хрена себе. Воняет как гель-лак. А это и есть гель-лак. А, это не фольга, это просто... Да. Это гель-лак? Да. А почему он не жидкий? Гель-лак не очень жидкий. Так это им воняло. Да. То, что вот я думала, воняет плесенью, это просто воняло им. Так. Я предлагаю сделать так. Мы берем упаковку от спонж-кейка. Правильно говорить, спонж-бол. И высыпаем сюда вот эти крэмбл. Слушай, написано 8+, но я бы и 8+ захотел, 8 лет захотел бы это сожрать. Да, особенно когда он так воняет. Да? Вот крэмбл точно. Подсоедини, пожалуйста, пока лампу. Я думал, это мышкой Apple-овская. Ой, я ничего не делала так, что ничего не видно. Зачем? Я пытаюсь сделать красиво, типа, стараюсь, но... Вдруг кому-то не все равно. Она же просто заряжается, ее потом можно без Нет. провода юзать. Нет. Я себе глаза сжег ультрафиолетом. Не делайте так, дети. И я думала просто так вот. Ну, получается, полная дресня, я вас поздравляю. Что ты смеешься? По-моему, эти ириски слишком крупно порезаны. Ну, я не я их резала. Я бы их еще растолок. Я их не резала, я как бы... Я работаю с тем, что есть. Да, понимаете? Я как бы... Вот человек как будто... маленький. Как будто по ним кофемолка плачет. Я хотела очень, чтобы все было аккуратно и красиво, но как бы дресня, она везде дресня. Ага, везде мга. Я это запеку, пожалуй. И потом вернусь. Ну, в общем, спустя несколько минут и запеканий. Вот что у нас получилось по бокам. Не идеально, конечно. Но как получилось? Торт с гранулами фардайса. Фу, какой ты мерзкий. Приятного аппетита. Так, не гуглите это, пожалуйста. Гуглите. Теперь мы, значит, покрываем здесь все слоем. Гель-лака. Слоем глиномесия. Он очень сильно воняет. Реально странно. Ну, неужели детям стоит с этим играть? Видимо, поэтому это и 8+. Видимо, детей старше 8 не жалко. Если посмотреть на новых кукол РХ, то вам из 3 лет детей не жалко.
Не, ну вот казалось бы, да, МГА уходит в целевую аудиторию детей, но вот судя по вот этому, получается у них не очень. Так. Мне кажется, надо несколько слоев сверху сделать. Зачем несколько слоев? Чтобы он был белый. Ты видела торт с прозрачным кремом когда-нибудь? У меня будет с прозрачным кремом. Вот так. Так. Здесь должно быть 7. Их 7. Их 7. Их 8. Да, их 8. Где еще одна? Вот. Нет, все. Сейчас на столе 7, одна на торте. А, одна спряталась от меня. Давайте. Я бы на твоем месте делал... Пошире? Нет, а друг напротив друга сначала. У меня, видишь, это же не клей. Mm-hmm. Все можно исправить. Я вообще вот сделаю 5. И нормально. Как да, вам? Действительно. Две я оставлю. А на картинке, что клубнички, что гранулы фордайса гораздо меньше, чем в жизни. Еще раз скажешь, гранулы фордайса, я тебя убью. Хорошо. Что значит хорошо? Хорошо, не скажу. Ну или убьешь. А, вот. Знаю, по настроению. Еще одно забыло. Сюда бы еще хорошо какую-нибудь миниатюру фруктиков вот сюда рядом сложить. И вот очень даже милая миниатюра получится. А сюда можно вырезать из фетра, из фоамирана, вообще из цветного картона. Тоже сложить, и будет хорошая миниатюра. Это тоже, в принципе, пойдет за миниатюру. Правда, воняет сильно, но как бы на фотографии, наверное, будет выглядеть окей. Не, ну можно, может, использовать или выбросить остатки, помыть баночку спиртом. Ну, это вообще, это просто гель-лак. Если что, у меня вот ноготь сломается, можно использовать, как бы. Ну, типа, а так можно использовать, когда кукла в депрессии, это ведро с мороженым. Я об этом и думала, да. Типа, не знаю, косплей на... Как я... Какую пизду? Нет, дневник Бриджит Джонс. Ладно, сейчас все запечем и покажем уже финальный результат. В общем, вот что у нас должно было получиться. Вот что у нас получилось. Выглядит ли это как торт, который я бы могла приготовить? Наверное. Еще он сыпется. Во-первых, надо было послушать Егора и положить более толстый верхний слой. Во-вторых, эта штука вроде застывает, но все еще липкая. Она такая по текстуре, я так понял, она не будет твердой. Мы догадались, что это вот так вот, да, работает. Да. Только она не закрывается. Ну ладно, хорошо. Ну, стоит ли это 500 рублей? Нет. Ну, получаете небольшие миниатюрки, достаточно забавные. Вот тут я заклеила пакетик. Пакет от жвачки, банка из-под крема. Пинцет для линз. И чтобы это не было. Инструмент кукольного стоматолога. Даже после спирта изопропилового. Все липкое. Все липкое. У меня теперь все липкое, у меня жизнь теперь липкая. Смотри, пить спирт не поможет, особенно изопропиловый. Я не знаю, стоило ли оно того. Но я рада, что я попробовала. Да, как опыт, это точно того стоило. Вот если бы у нас не лежал, спойлер, второй шар, я бы и ничего не сделал, чтобы он тут оказался. Но я хочу попробовать шары интерьерные. Мне кажется, это будет интереснее, потому что там проще, понимаешь? А то там есть какое-то рукоделие? Там типа залей в аквариум водички, запеки, положи туда рыбок, запеки. То есть, ну вот... Там нету вот... Я думаю, здесь все испортила вот эта хуйня. Которую ты мне запретила называть. Да. Вот эти вот крамбл. Мне кажется, они все испортили. Во-первых, они отвратительно порезаны. Во-вторых, они не липнут. Они хотят оторваться. Их никак не закрепить адекватно.
вот здесь опять кусок выпал. Что мне с этим делать? Ничего. Смириться. Можно мне тоже немножко подытожить? Давай. По поводу вот того, что тут это рукоделие с клеем, еще и фотополимерным, как мы выяснили, слишком уж мелко для такой работы. Я знаю, есть все разные поделки из эпоксидки продаются. Вот. Это не совсем оно, потому что тут все очень мелко и тонко. Поэтому я считаю, это немножко не то, особенно для ребенка 8 лет. У меня бы в 8 лет это не получилось, я бы психанул, например. Ну, в целом, мне понравился торт, который мы получили. Я думаю, на фотографиях он будет выглядеть здорово. Опять же, клубничка, отсылка к Кион, да? Ну, уже плюс, надо находить плюсы везде. А второе, ну, халявный гель-лак. Клубничка, это еще отсылка к Джулу. Там вишенка была, но не важно. Ну, в целом... Ну, я посмотрела коллекцию, я бы больше хотела получить, конечно, пиццу или рамен. Вот рамен выглядит сочно. Все остальное выглядит, ну, как бы, миллиард вариаций торта – это хуйня. Вот, ну, посмотрим, что будет во втором шарике. Надеюсь, когда-нибудь будет скидка на интерьерные шарики. Или на Дню Святого Валентина, или к Рождеству. В Рождестве есть прям пряничные домики. Ух ты. Я бы захотела. Надо клеить? Ну, конечно, их надо клеить. Отвратительно. Но я бы попробовала. В целом, достаточно приятно, достаточно мне интересно. Мне понравилось. Егору никогда ничего не нравится. Нет, почему же? Кто сказал? Что тебе нравится? Из того, что было на видео? Вообще по жизни, что тебе нравится? Ну, разное там. Ладно. Нет, подождите, не надо тут вот этого. Чё мы распаковывали? Мы распаковывали Фрэнки и Дракулауру. Угу. Мне понравилось. То есть тебе нравится говно? Тебе просто не нравится МГА, так и скажи. Нет, подожди. Мне понравилось. Чё мы из МГА распаковывали? Шерил. Мне понравилось, чё мы из МГА распаковывали. Чё на видео было, напомните. Ладно. Ты все назвал говном, но тебе это понравилось. Нет, видимо. Подождите, МГА говно, но это не значит, что оно не может нам нравиться. В мире много говна, которое нам нравится по какой-то причине. Я думаю, закончим на этой мудрой мысли. Всем говна. Тортиков. За мой счет. Фу.